тем, кто точно знает, что настраиваться надо на Муз-ТВ. Вы смотрите самый свежий выпуск Клип Ю-Чарта. С вами снова я, ваш Митя Фомин. И прежде всего напоминаю, что Клип Ю-Чарт – это самые популярные музыкальные клипы интернета, значит, самый интерактивный хит-парад телевидения. Ты голосуешь на сайте clipyu.ru, и вот любимый клип уже в эфире. Начнем мы сегодня с 29-й строчки «Там Арон Чупа». Хотел вас предупредить, в реальной жизни, если человек объявляет вам, что он альбатрос, тащите его к доктору немедленно, ни минуты. А в чарте можете расслабиться и насладиться музыкой. Бит в песне отличный, не хуже, чем в следующем треке от Айова. Группа Айова в этом треке подняла серьезную проблему. Что делать? Работать как папа Карло или валить зимовать в теплые края? Каждый решает этот вопрос по-своему. Меня вот целый месяц не было в Москве вообще. Слишком снежные французские Альпы я менял на баварские и австрийские столицы. Взрывоопасно отметил день рождения, про который вспоминают до сих пор. А потом укатил на неделю в солнечный Таиланд, где помимо меня отдыхал народный артист «Сия Руси» Коля Басков, композитор Алексей Романов, вечный романтик Ева Польна, моя землячка Ирина Нельсон и незабываемая Анна Семенович. Ну а теперь вот приступил к своим привычным обязанностям и объявляю, что на 27-й строчке у нас пицца с песней «Карусель». Так бывает, в жизни найдешь любовь, и теперь уже надо грести за двоих. И главное, гребешь ведь. Не устаешь ни капли, все тебе в радость. Это, кстати, неплохая проверка искренности чувств. Если гребешь и не жалуешься, значит, любовь. Вы пока тестируйте себя там и окружающих, а мы тут продолжим. Какое счастье! К нам вернулись Quest Pistols. Давно мы их не слышали. 26-я позиция. А вы, надеюсь, помните, что это видео, как и все другие клипы из нашего чарта, можно смотреть в любое время с помощью приложения ClipU на телевизорах Samsung Smart TV. Самое время встретить новинку. Свежее видео от Сати Казановой стартует в 24-й строчке. Невероятно лирическое и трогательное произведение. Спасибо тебе, Сати, за твою нежность и глубину. И поздравляю с недавней премьерой фильма «По небу босиком», в котором ты впервые попробовал себя как актриса. Далеко не каждая актриса, между прочим, может так затронуть наши самые лучшие чувства. Вот бывшая солистка ансамбля «Pussy Cat Dolls», думаю, ай, не смогла бы. Окей, давайте признаемся, не так уж важно, какими музыкальными достоинствами обладала эта группа и насколько старым является этот клип. Всегда приятно посмотреть на этих роскошных танцующих девиц. Кстати, в позапрошлом году перед съемками клипа на мою песню «Завтра будет все по-другому в Лондоне» мне посчастливилось выступать на одной сцене с одной из кисочек куколок Николь Шерзингер. На следующее утро английские таблоиды писали, что британская певица была замечена в одном из лондонских приватных клубов на частной вечеринке. Ну все, возвращаемся в наши дни. Вы готовы услышать? Нет. Спасибо Натану и особенно Кристине Си за напоминание о том, что в жизни не так все просто, даже если ты крутой парень. Друзья, не забывайте, что у нас есть прекрасное мобильное приложение ClipU для iOS, для яблочных гаджетов. С его помощью можно смотреть и слушать клипы участников нашего чарта в любое время, из любого места. И даже не обязательно делать при этом покер фейс. Леди Гага действительно мастер по части покерфейса. Вот посмотришь этот клип, и кажется, что все с ней ясно. А знаете ли вы, что эта дива шикарно поет джаз и даже записала альбом с одним из старейших суперзвезд Америки Тони Беннетом? Кто-то же может. И я был свидетелем их незабываемого выступления в прошлом году на джазовом фестивале в Монтрео, который она открывала. Филигранное владение джазовым вокалом и вереницей феерических нарядов. Да, Леди Гага может и не такое. Думаю, Мот и Бьянка тоже могут абсолютно все, но немного в другом амплуа.
Это были великолепные Мот и Бьянка с клипом «Абсолютно все» на 9-й позиции. И я хочу напомнить, что все песни и клипы из нашего чарта можно слушать и смотреть легко и просто. И буквально в любой момент с помощью приложения ClipView на телевизор LG Smart TV. Мы продолжаем. На 5-м месте Тимати и его баклажан. Знаете ли, у разных парней баклажаны разного цвета. Сейчас пришло время для моей личной рекомендации. Знаете, сегодня это будет клип только одного человека. Легендарного, неповторимого, неподражаемого, единственного в своем роде. Человека, который недавно ушел от нас и оставил наследие и щемящее чувство потери. Звезда по имени Дэвид Боуи и его видео 1983 года «Let's Dance». Давайте танцевать, друзья, и помнить, что жить надо сегодня, и в жизни всегда есть место истинным ценностям. Спасибо, Дэвид. Теперь самое время подвести итог сегодняшнего чарта. Итак, на 3-м месте оказалась прекрасная Юлианна Караулова с клипом «Ты не такой». 2-м стал Сергей Лазарев «Это все она». Вам не кажется, что эти два названия как-то между собой перекликаются? Хорошо, не буду вас томить и объявлю, что победителем стала группа One Direction. Drag Me Down от One Direction – это наши герои на эту неделю. А клип и чарт подошел к концу, хотя, конечно, это не значит, что можно перестать заходить на clipview.ru и не голосовать за свои любимые клипы. Обязательно продолжайте это делать и тогда. Возможно, в следующий раз на вершине окажутся именно ваши фавориты. С некоторыми из вас мы увидимся в олимпийской столице Сочи. И приходите на мои концерты в субботу в Москве. Расписание, как обычно, на mitifomin.ru. С вами был я, весь ваш Митя Фомин. До скорого, увидимся.